Что выгоднее, деньги или готовый гараж? Как будет производиться оценка имущества собственников недвижимости? Когда они получат компенсацию и где будут построены новые гаражи? Вопросы обеспокоенные жители задавали один за другим, зачастую перебивая друг друга. Сидящие в зале ставили под сомнение каждое слово властей, а те, в свою очередь, заверяли горожан в прозрачности процедуры и полной поддержке жителей. Задача администрации города, чтобы горожане жили спокойно и не волновались. И поэтому еще раз я вас призываю просто и обещаю от администрации, что мы примем все возможные меры, чтобы вы не пострадали. Вот кроме как вот этих слов, на сегодняшний день мне, к сожалению, вам пообещать нечего. Вопросы по поводу своего имущества члены гаражного кооператива задают чиновникам уже больше года. С тех пор, как жителям города представили план застройки микрорайонов 1А и 1Б. Теперь началась стадия активного решения проблемы. До конца этого года на конкурсной основе выберут независимого оценщика, который определит для каждого собственника размеры индивидуальной компенсации. В любом случае, на конец этого года каждый будет знать стоимость своего, рыночную стоимость своего имущества, которое у вас будет изыматься. Также муниципалитет выделит гаражно-строительному кооперативу участок на улице Силкина за автозаправкой, на котором собственники снесенных гаражей смогут построить новые боксы. Гаражно-строительный кооператив заключит договор, инвестирование, какое угодно, где будут прописаны ваши права и обязанности, где будет определена стоимость. И, конечно, мы прекрасно все понимаем, что стоимость – это действительно дешевле, чем рыночная оценка готовых гаражей. Все будет контролировать ваш гаражно-строительный кооператив. Вся загвоздка заключается в том, что деньги, которые будут выплачены вам за гаражи, они будут только в конце 2020 года. Вот. Поэтому требуется инвестор, который вложился деньгами, построил гаражи, а ему потом будут эти деньги ваши перечислены. Вот, да. Но опасность в том, что может случиться так, что этих денег просто не хватит. И вам придется, чтобы гаражи получить, доплачивать. По нашему мнению, стоимость полученного гаража, стоимость работы инвестора и те деньги, которые вы получите, они соизмеримы. Соизмеримы. По словам представителя администрации, уже есть компании, которые готовы построить автолюбителям гаражи по индивидуальным проектам или предоставить равноценный обмен. И предложили создать инициативную группу, которая будет участвовать в переговорах по определению инвестора. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.